Данил, рассказываем, послушаем вашу версию. Чтобы попасть в фоку, денежки нужны на роликах кататься. А у вас денежки были? Да. Сколько у тебя тогда денежек было? 40. 40 рублей? А у Миши? 10. 10 рублей. А у Дениса? Не знаю. Ну, были. Были денежки? Да. А у Валеры? 10. А у Артема? Артема? Да. Были у него. Были? Да. Не так, кто первый придумал, туда идти, скажите, пожалуйста. Денис. Денис, ну как он сказал? Пошли Тифок. А как он к вам подошел? Мы были на детской площадке, он сказал, пошли Тифок. Где пошли. Были на детской площадке? Ему было скучно на детской площадке. Сердце 10, и потом что? Я пошли, я сказал, пошли. А мама ничего не могла сказать? Вы же видели, уже темнеет, уже вечер, уже совсем поздно. А, Данил? Что, Миша? Мама сказала, долго не гуляй. Мама сказала, долго не гуляй? Да, сколько будет доходить? Будет приходить сразу домой. Сколько будет доходить? 10. 10 часов будет доходить? Можно на 10 вам тебя разрешать гулять, да? Потом уже милиция забирает. А, после 10 милиция забирает? Вы это знаете? А вы знаете, что первоклассникам 9 часов уже в кровати надо лежать, уже спать? Или вы об этом не знаете? А когда мы гуляли? Что, Миш? Когда мы гуляли, мы помогли бабушке. Какой бабушке? Сейчас мы помогли. Ну-ка, громко скажи, не понимаю. Бабушке мы помогли. Какой бабушке? Взрослый бабушке. Что-что не поняла? Взрослый. А, да. Миша, где эта бабушка живет? Нет, где эта бабушка живет? Я не знаю. А как ее зовут? Я тоже не знаю. Где живет, не знаешь, никак зовут, не знаешь. А что? Когда мы ее увидели, мы ей помогли сумку донести. Что донести? Сумку донести. А какая бабуля у себя была? Маленькая, большая? Маленькая. Маленькая, толстенькая, худенькая? Да. Что да? И толстенькая, и худенькая? Нет, толстая не была. Толстая не была, худая была? Да. А во что была одета? Что на бабушке было? А? Что было? В платке. В платке была? Да. А еще что не было? Халат. В халате была? Ну, пожалуй, в одной халате было холодно вчера. Наверное, что-то еще на ней было. И куда она пошла? Она пошла к нашему дому. А откуда шла она? Где детскую площадку мы ей помогли и сумку донесли до двери. Сказано было не первый раз. Данила я уже вижу третий раз, четвертый раз даже на улице так поздно. Очень поздно, Данил. Очень поздно. Дети в 9 часов должны уже лежать в кровати, уже спать. Начинается время такое, что вам хочется гулять на улице тепло, хорошо, наступает лето. Вы уже устали от учебных дней, это вполне понятно. Но гулять, ребятки, поздно нельзя. И с другой стороны, вы не высыпаетесь.
Вот сегодня Лена во сколько пришла? 9:05. Тоже наверняка гуляла на улице до вечера. Да. А Данил просто опаздывал, приходил поздно. Извините, я проспал. А почему? Да потому что вечером допоздна гуляем.